Форум сельской молодежи впервые провели в Иркутской области. В нем приняли участие школьники из отдаленных районов Приангарья, а также специалисты в сфере образования, культуры, здравоохранения и сельского хозяйства. Цель – обменяться мнениями относительно улучшения качества жизни в малых населенных пунктах. На мероприятии поднимали темы развития социальной инфраструктуры, экологии и предпринимательства. Пожелал молодым людям все-таки использовать родную территорию как территорию развития и не только заниматься там условно предпринимательством или развитием там сельского хозяйства на этой территории, использовать в том числе возможность получения дополнительных специальностей. Как отметил глава региона, такие встречи помогают объединить инициативных молодых людей, заинтересованных в развитии своей малой родины.